В Москве состоялось открытие главного аграрного форума страны – сельскохозяйственной выставки «Золотая осень». Организует главное мероприятие в области АПК – Министерство сельского хозяйства. 20-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – это самое масштабное и яркое мероприятие отрасли, в котором участвует свыше 60 регионов России и 15 зарубежных стран. Главная тема волгоградской экспозиции в этом году – экспорт АПК – стратегия роста. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» Волгоградская область представила экспортный потенциал. Арбузы, овощи, рыба, продукты переработки. Волгоградский стенд на всероссийской выставке представляет яркую и вкусную картину, мимо которой трудно пройти. Многочисленные посетители внимательно изучают и даже пользуются возможностью продегустировать местную продукцию. За последние несколько лет Волгоградская область существенно увеличила объем производства зерна, масличных культур и плодово-овощной продукции за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель, развития мелиорации и господдержки, тем самым вернув себе славу всероссийского огорода и заняв почетное второе место в стране. Несмотря на сложные, порой критические погодные условия, Волгоградская область показывает очень хорошую динамику в производстве сельхозпродукции. Государственная поддержка, активное участие представителей бизнес-сообщества позволило максимально возможно сохранить объем производимой продукции. Самое главное, то, что продукция, производимая на территории Волгоградской области, по-настоящему была и остается качественным продуктом. Если говорить в целом о стране, то в соответствии с майским указом президента обозначена стратегическая задача по экспорту продукции АПК, и соответствующий показатель должен достичь 45 миллиардов долларов. У Волгоградской области очень хорошие перспективы принять участие в этой важной работе. Сегодня африканские страны, сегодня арабский мир хочет видеть российские продукты на своих рынках. Мы можем спокойно этот вопрос решить до 2024 года, значит, обеспечить не менее 50-60 тысяч тонн только баранины экспортировать за границу. Мы уже вышли практически на экспорт продукции свиноводства, на экспорт продукции птицеводства. Вопрос мясного скотоводства и реализации мяса по экспорту говядины здесь стоит вопросом номер один. В этом направлении тоже достойное место может занять Волгоградская область. Министерство сельского хозяйства будет и дальше делать все для того, чтобы поддерживать все начинания, инициативы в этом направлении товаропроизводителя и руководства Волгоградской области. Волгоградская область принимает активное участие в отраслевых конкурсах «Золотой осени». От региона представлено более сотни заявок от ученых, крупных сельхозпредприятий, а также лучших крестьянских и фермерских хозяйств, которые с грантовой поддержкой добились заметных результатов.